Уже 8 лет в Сочи работает филиал компании «Цветы Юга». На Мацесте расположена одна из баз предприятия. Прямые поставки с аукционов из Голландии и Италии позволяют предложить покупателю около 18 тысяч разнообразных растений ежедневно. Если из огромного количества представленных на базе кустарников и цветов покупатели не найдут то, что им нужно, сотрудники помогут оформить заказ. Безусловно, мы следим за тем, чем интересуются приходящие к нам люди. Все это привозится в течение 10, максимум 14 дней. И даже если это небольшие партии, мы можем это все привезти. Обычно в это время садоводов интересуют весенние однолетние цветы и кустарники. Большой ассортимент этих растений порадует покупателя. Также на оптовой базе соцветия представлен широкий выбор декоративных деревьев – хвойных, лиственных и даже плодовых. При желании можно приобрести и пряные травы. В теплице любителям домашних растений тоже есть что присмотреть. На стеллажах расставлены как привычные всем цветы, так и экзотические. Компания следит и за качеством своего товара. Растения проходят серьезный отбор перед тем, как их выставят на продажу. При транспортировке растения испытывает стресс, это естественно. Вот. Когда оно проходит акклиматизацию, мы только тогда его можем выставить на продажу. Акклиматизация проходит в течение полугода. Мы следим за этими растениями, выхаживаем их, если нужно. Если не нужно, то все происходит гораздо естественно. Все. Садоводы и цветоводы могут приобрести здесь и грунт для растений. Из нескольких видов земли можно подобрать подходящий для любого представителя флоры. Порадуют и цены. Все растения, независимо от объемов покупки, продаются по оптовой цене. База находится на Береговой улице на Старой Мацесте. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.